В этом экспресс-обзоре мы расскажем о миниатюрном зеркальном телескопе Акутер Ньютон 50 мм от китайской компании Синта. Модель действительно маленькая, общий вес около полукилограмма, что вдвое меньше, чем у классического полевого бинокля. Так что настольный штатив с металлической шаровой головкой и съемными стальными ногами держит трубу вполне надежно, без тряски и вибраций. Труба крепится стандартной фоторезьбой 1/4 дюйма и при желании может быть установлена на более мощный штатив или монтировку. Корпус трубы полностью пластиковый и имеет особенность – съемную боковую часть. В это смотровое окно можно подробно изучить детали и принцип работы рефлектора Ньютона. Свет от объекта попадает на главное параболическое зеркало диаметром 50 мм. Затем отражается на меньшее, плоское, диагональное зеркало. Далее, отклонившись на 90 градусов, свет попадает в окуляр, в который мы наблюдаем изображение объекта. Настройка резкости проводится винтовым фокусером из пластика со стандартной посадкой 1/4 дюйма, так что с дополнительными аксессуарами проблем не будет. Комплектный окуляр 10 мм также имеет небольшое смотровое окошечко. Изучим и его конструкцию. Это обращенный Кёльнер. Полевая ахроматическая склейка и одиночная глазная линза. При наблюдении смотровое окошко надо закрывать. Кроме того, в комплекте есть так называемый проекционный окуляр. Это втулка с посадкой 1/4 дюйма и встроенным матовым стеклом. Как в старых зеркальных фотокамерах, на нем можно наблюдать изображение земных объектов. Комплектный окуляр 10 мм, увеличение 20 крат. Изображение Луны яркое, четкое и контрастное, с множеством деталей и подробностей. Хроматизма нет. Тот же окуляр, поле зрения почти 3 градуса. В центре прекрасно смотрится яркое звездное скопление Ясли. Ближе к краю заметны небольшие искажения. Этот телескоп показал качественную оптику и удачную конструкцию. Он превосходит многие модели той же цены. Мы можем рекомендовать его в школы, лицеи и даже вузы, как для изучения конструкции телескопа, так и для первых астрономических наблюдений. Кроме того, он будет прекрасным подарком ребенку или оригинальным украшением интерьера.